Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just a in the family. Credit cards in the scammers. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда. И сегодня мы с вами посмотрим на такую игрушечку. Это новый шутер. Сейчас он бесплатный. Пока что он бесплатный, не знаю, сделать у него платным или нет. В магазинчике Epic Game Store. Вот. Он новый. Как бы сейчас идет бета-тест, альфа. И сегодня мы его протестируем, эту альфу. Посмотрим, что, как, зачем, почему. Ну, короче, ладно. У нас здесь есть обучение, учебный полигон, отряды, стартовая площадка, снаряжение, создание, фракции, внешность и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Много-много-много всего. Так, каждый сам за себя. Есть тут у нас режим игра вдвоем. И командная, типа. Я, наверное, сегодня попробую play solo, но, скорее всего, давайте сначала пройдем с вами такое обучение. Вот. Посмотрим, что как раз таки у нас будет в этом обучении. Так. Так, мы вот падаем. Отлично. 6. Так, все, обучение начинается. Отлично. 3, 2, 1. Поехали. Так, ага. Сразу. Подожди, чувачок. Да подожди ты. Чувствительность. Подожди. Так, чувствительность. Все сразу на 40 выкручиваем, пускай будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Так, тап, чтобы открыть. Подожди. Так, я не вижу, что он там слишком для меня отменял. Ох ты! Ничего себе! Так. Очистите минералы, хорошо. Так, ага, на shift у нас бегать. Ну, вроде все по стандарту. Так, еще как. F. Так, я честно, я не успеваю. Ага, вот и первые враги. Какой-то страшненький. Похож на мою бывшую. Так, ну что, все? Давай, собирай. Ага, вот так вот. Все? Это все? Так, это было несложно. Ну, конечно, это было несложно, дядь. Так, мы бежим к следующему минералу. Так, нажми G, чтобы открыть магазин экипировки. И что? А, здесь типа мы можем покупать себе оружие, да, способности. Ага. Ну, я понял. Давайте пока что... Мы же можем, не? Да что ты от меня хочешь? Что ты хочешь себе купил? Опа. Я не это хотел, ну, ладно. Давайте попробуем. Попробуем, посмотрим, что это такое. Так, ставь для бурения. Сейчас должны быть враги, да? Ух ты! Ничего себе! Так, ну. Что это за фигня? Эй! Эй, дядя, это нечестно, тихо ты. Ты что мою установку ломаешь? Что ты такой холодный? Как айсберг в океане. Так, все. Давай для сбора. Так, все. Вы лидируете первое место, ну блин, я один. А, вот, с них можно еще валютку собирать. Воу. Прикольно. Так, ты что? Что-то говорит, а я вижу, что я не особо вижу. Ой-ой-ой-ой, что дальше делать? Ну, слишком он много болтает. Ну. Так, ну что? Чувак, я все понимаю, то, что ты мне рассказываешь, но... Короче, он очень много разговаривает.
прям реально очень много, и меня подлагивает немножко. Ну, я открыл карту, ну и что? Check me out. Ага. Ну, давайте добежим до точки. Ой-ой-ой! Отстань! Ты куда, Ты что такой живучий? Я не понял. А это всего лишь обучение, прикиньте. Прикинь, это всего лишь обучение, а что будет дальше? Что будет дальше? Я не понял, что это такое? Так, ну эти уже немножко посложнее. Типа, они живучие. Самое главное, смотреть за патронами. Ну, умри ты уже, ну, все. Так, ну, неплохо, неплохо. Давайте соберем нашу валютку. Вот, в будущем нам это все поможет. Что? Что? Что такое? Ой, тихо. Что это? А, так это... Так у крыса, смотрите. Я собираю, значит, важные мне ресурсы, а это какая-то просто крыса. Прикольно. Чего? Контракт выполнен, ваша награда. Мы еще контракты выполняем. Прикольно. Прикольно. Так, ну, пока что игрушка такая, знаете, типа, неплохая. Чё? Ну, где мой шаттл? Бежим! Нам нужно быстренько наш... Так, чего там? Посмотреть... О! Дядя, здорово! А, теперь мы с ним в отряде, типа? But there's a trade-off. Your shields are gonna have to shut down. You can break off the pact at any time, if you're okay with competition. Not gonna happen. Да иди ты, слышь? Looks like you're not the friendly sort, are you? Жалко его убить нельзя, я бы его убил. Ну давай, чувак, что мне дальше делать? Слишком ты много болтаешь. Ой-ой-ой-ой-ой! Смысл? Чувак, давай заключим с тобой контракт. Может быть, ты мне будешь помогать? Нет? Не, не хочешь? Ну ладно. Я без тебя справлюсь. Все достанется мне. Чувак, у меня сейчас шаттл должен прилететь. Типа за мной. Ну и нафиг, смотришь, ты меня бесишь. Ну ладно, хорошо. Все. Примите наши поздравления. Так, прикольно. Отправиться на станцию. Ну давайте отправимся на станцию. Чего уж там? Ну и все? Все что ли? Ладно. Окей, я понял. Так, ладно, теперь мы нажмем, наверное, play solo. Я, в принципе, понял. Подбираем игроков. Отлично. Подбирайте игроков. Подбирайте. Короче, поиск игроков очень долгий. Я тут нашел такую штуку, как внешность. Голову можно менять. То есть, нам доступны только вот... Ну, мы можем поставить себе красные волосы. Потом мы можем... Что у нас доступно? Мы можем... Ну, мне вот больше это нравится. Так, стоп. Назад. Так, что по рукам у нас? Ну, по рукам, не знаю, мне нравится... Ну, ладно, оставим руки так. Я просто волосы решил заменить. Чего здесь? Ага, понятно. Так, бутсы. Ну вот, кстати, бутсы я заменю, наверное. Вот. Так, и... Что? Что здесь?
Ну и вот эту штуку поставим. Также я заметил, что здесь есть типа вот такая, такой герой, следопыт, бригадир, гамплер и экзобионик какой-то, или биокист. Короче, ладно. Ну, мы играть будем пока что за него. Смотри, какой у меня классный мужик. Мне нравится. Классно. Так, давайте пока посмотрим. Тут есть какие-то фракции, создания. Ух ты, слушайте, здесь есть оружие наше. Стартовая площадка, 11 игроков только найдено, поэтому... Так, что у нас по снаряжению? Мы можем заменить себе пушку. Мы можем, ну, поставим это, но... Так, ладно. Фракции, внешность, наборы основателя. За это, ну да, это платный контент. Куда же бесплатного контента. Так, давайте посмотрим создание. Что, что создание? Снайперская винтовка, детонатор. Дополнительное оружие. Ну, короче, блин, 7 игроков. Вы чё, ребят, давайте, заходите, играть будем. Хотя, это надо, конечно, все утром делать, то, что я ночью все это делаю. Так, окей, давайте нажмем отмена. Так, нет, нет, ну, блин, ну, серьезно. Здесь очень долго ждать. Короче, ладно, подождем, я включусь, когда наступит время. Короче, дорогие друзья, в соло очень долго набирались люди, поэтому я решил зайти в игру вдвоем. Сейчас мы посмотрим вообще, что это такое. Я уже успел зайти на полигон, посмотреть, что за учебный полигон. Ничего интересного я там для себя, конечно же, не нашел, поэтому... Так, чё, что, выберите фракцию... Хотите добиться? Да никакую, в принципе, мне без разницы. Ну и что? А, лобби. Создается, все хорошо. Ну. Как вовремя какая-то штука вылезла. Так, вот мы падаем. Классно. Мы это уже видели. Так, ну вот мы упали, давайте. Слушай сюда, искатель, если хочешь стать лучшим, бла-бла-бла-бла-бла. Ай-яй-яй. Вот здесь, кстати, более FPS приседает. FPS приседает, ребят. Ай-яй-яй, наверное, все. Так, окей. Тихо. Ай-яй-яй. Так, ну и что? Чувак, поделись со мной хоть чем-то, ну. Так. Ну погнали, будем ходить. В общем, мне кажется, он прошаренный, не? Хотя он такого же первого уровня, как и я, поэтому... Так, я, наверное, оружие не взял, да? Что я такой, ну... Что-то я как-то немножко... Подождите. Так, погнали, чувак, погнали. Так, где враги, где они? Так, нам надо убивать. А! Блин, не надо, нет. Так, все собираем. Нам все понадобится. Так, там. Так, давайте собираем. Все, отлично, погнали дальше. Наш чел куда-то, короче, ушел. Покинул нас, так сказать. Но, чувак, как бы это некрасиво. Я тут как бы, блин. Всю славу, короче, себе захотел захапать. Алло. Мистер какой-то там, иди сюда. Иди сюда, мистер. Серьезно? Ты чё, дядя?
Что, что, что? Мы не можем, нет, поставить? Мне кажется, мы можем, не? Ой-ой-ой! Так, давай, ну. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, что я наделал? Походу, этот парень специально... Страшно! Уровень 2, нет! Ой! Что за... Что это? Что это? Что это? Подожди! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это я влип! Да нет, да хорош! Давай, 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 давай. Чё, ворнинг, ворнинг там, ломают. Ай-яй-яй-яй-яй, ломают. В смысле? Так, что это за фигня? Алё, где? Ну и где? Так я ничего не понимаю, ну я потерялся, не? Ну я понимаю, что, типа, меня убили. И, ну, блин, как бы не круто. Бур почти уничтожен. А куда мне бежать? А вот. Так, ну мне, я не знаю. Check me out. Наверное, туда, не? Я потерял своего напарника, точнее, он меня бросил, киданул, как последнего, не знаю. Давайте полетаем. Опа. Минус. Так, тут еще где-то был. Тихо, нет. Нет, нет, ты меня не убьешь. Нет, нельзя. Так, ну я, конечно, прежде чем зайти в эту игру, я прочитал... Я прочитал, что, типа, здесь надо выполнять задания, и причем в самой игре, а не просто, знаете, типа... Так, я вижу монстра. Ты страшный? Почти завалил. Почти! Извиняюсь. Так, тихо. Ко мне, походу, идут. Так, ну я вижу кристалл. Так. Что здесь написано? Ага, нет, я все, я понял. Тихо. Нет, ты что делаешь, дядя? Не-не-не-не-не-не-не, не стоит ко мне подходить, я бешеный. Я в Counter-Strike играю, и в Overwatch. Бам-бам-бам. Так, ладно. Давайте посмотрим вообще, давайте... Вот, сейчас, секунд. Извиняюсь за шум. Так, линия связи, что нам нужно? Нам нужна линия связи, наверное. Все, окей, погнали туда, значит. Погнали. Так, карту выруби, где она? Вот там, погнали. Нам, скорее всего, туда. Так, ну, понятное дело. Подождите, а как мне? У меня нет оружия. Что это было? Подожди. Я не хочу умирать, отстань. Я не хочу. Нет. Это изи, серьезно. Не-не-не, ты чё? Чувак, я же сказал, я в Counter-Strike переграл. Ну, хорош. Я, да. Так, ребята, не надо. Не надо, так. Чего, Чего? Кто-то мне что-то сказал. Так, ладно, перезарядись и погнали. Так, пятое место. Что за пятое место, я вообще не понимаю пока что. Пока что я реально вообще ничего не вкуриваю, то есть, типа, как новичок. Так. Ай-яй-яй. Так, ну, мы можем, кстати, прикупить себе оружку. Наверное, да? Так, мы ее можем за 200. О, моя новая игрушка. Прекрасно. Все, теперь монстры, берегитесь. Я взял
супер крутую пушку, и теперь вам будет просто капец. Так, прикольно, прикольно. Так, 57 метров. Мы вроде как правильно бежим, не? Пятое место. Что за пятое место? Подождите. Отряд. Где мой отряд? А, вот. Понятно. Что ничего не понятно. Так, ну и что, и где эта связь? Где эта связь? Так, здесь есть кристалл, отлично. Здесь есть кристалл. Так, сложность. О! Вот это мы можем. Тихо, где кто? Кто? Где? Вижу. Не вижу, вижу. О, кайф! Так, чего? Тихо. И все? Серьезно? Я думал, что потяжелее будет. Так, ладно. Эй, дядь, ну... Ты не видел, как я убил твоих всех друзей? Что ты на меня тут этим, что ли, этим, как его, льдом кидаешься? Да, да. Так, так, идет какой-то таймер. Ну. Чего? Ой. А чё вы такие большие, я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой, а я чё сделал? Подожди. Это я их призвал? Ой-ой-ой-ой-ой, это я их призвал? Подожди, нет. Да я просто тут мимо шел. Родогопников, блин. Так, левел ап, неплохо. Апнули левел. Собираемся. Так, я все собрал? Да. Так, что это? Что? Что у нас тут? Ох ты! Бам-бам-бам! Ну, в принципе, неплохо идем. А! Блин, тихо. Так, неплохо. Но наш напарник нас реально кинул. И я, кстати, только что, как я заметил... Задание. Включить какую-то установку. А, ну и мы до кристалла почти добрались. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Ой-ой-ой, ты кто такой, дядя? Дядя, не надо, мне страшно. А! Подожди. Подожди, не надо, нет, подожди, стой, остановись. Нет, не надо, не-не-не, дядя, перестань. Так, я его сейчас завалю, отлично. Остались его мелкие дружки. Блин, это что, школьники, которые перебухали, короче, Балтик и нулевку, что ли? Походу, вот этот красный, это самый такой, знаете, старый... Я кого-то убил. Не особо понял, что произошло. Но, скорее всего, да, это... Школьники, которые перебухали Балтикой нулевкой. Так, вот он. Стал очень тяжело. Да, пофигу. Сейчас, запрыгнем сюда. Я сказал, запрыгнем сюда. Давай, заряжайся. Нет! 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 Бей его! Бей! Так, ты можешь взлететь, не? Ты не можешь, да, взлететь? Привет! Блин! Ой-ой-ой! Блин, а как мне вылечиться? Да не, все. Ай-яй-яй! Да нет, ну все, капец, короче, второй раз умер. И чё, и всё, что ли? И всё?
Серьезно? Так, ну, в принципе, чё? Неплохо я так это поразвлекался. Пятое место. Нет, я хочу на станцию. Я хочу посмотреть еще. Так, ну здесь, наверное, долго будет, да? Ну да. Поэтому погнали вдвоем. Еще раз, здесь более люди быстрее набираются, как по мне. Вот. Как бы вот. Ну, в принципе, я могу сказать вам, что игрушечка довольно-таки интересная. То есть, такое первое мое впечатление, игрушка интересная. То есть, динамичная. То есть, ты бегаешь, ты не просто стоишь на месте, а ты бегаешь, убиваешь монстров, походу еще и людей валишь. Ну, как по мне, это очень интересно. И как бы, надеюсь, у этой игры будет хорошее будущее, потому что... Ну, а по-другому оно не должно быть, наверное. В общем, дорогие друзья, я дождался соло-режима, просто я дождался его. Ох, как, что надо сделать, подожди. Так. Отлично, так, где мы, нам туда? Соло-режим, ух ты, просто, надеюсь, он... Точнее, надеюсь, я... По мне стреляют? Кто-то тырит мой кристалл, Же, по людям можно стрелять, не? Же, ты где? Куда бежишь? Стой. У него что, пушка мощнее, что ли? Не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, нет! Да почему ты по нему попасть? Он что, профессионал какой-то? Алло. Да блин, не. Я столько долго ждал, блин. Это мой кристалл, алло. Я хотел захватить кристалл, это мой кристалл. Вы сейчас скажете, что я лох, да. Я просто лошара, который не умеет ни во что играть. Ну... Блин, это мой кристалл был. Ну ладно. Пойду его отожму, у него хп было немного. Это мой кристалл. Ясно, это мой кристалл. Сейчас я поясню, кто его батька в этой игре. И, короче... Короче, да. Блин, я застрял в дерево, класс. Что, ну где ты? Он забрал мой кристалл? Серьезно? Он забрал мой кристалл? Вот же хороший человек. Ладно. Так, окей. Погнали посмотрим, что там. Ну, пока что мне не очень нравится соло-режим. Скучновато немножко, скучновато. Пускай, да, меня чуть не убили, но немножко все равно скучновато. Так. Что-то взрывы какие-то. У нас идет время. Пятое место какое-то. Непонятно, в чем пятое место. Опа. Так, здесь кто-то есть, не? Так, не-не-не. Походу ко мне кто-то идет. Слышу, что ко мне кто-то подбирается, не? Так, окей. Действуем осторожно. Я слышу кого-то. Ага, вот он был. Жук, который взрывается, и не только он. Точнее, не один был. Так. Я, честно, я очень долго ждал. Была такая ситуация, что вот-вот почти. Как бы вот почти 20 человек, а потом оно просто резко сбилось. И все как бы. И мне пришлось еще минут где-то 5 ждать.
даже больше. Но это, блин, это получше, чем вчера. Вот, потому что вчера я ждал намного дольше. Я примерно минут 10, наверное, нет, минут 20 ждал. Кристалл. Check me out. Где кристалл? В той же стороне? А зачем я только сюда бежал? Так, мне нужен кристалл, алло. Не это мой будет кристалл, не? Скорее всего, нет. Я бегу за моим кристаллом. А, подожди, стой. Вот, вот здесь вот еще какой-то кристалл есть. Нафиг мне тот. Я вижу по карте, какой-то здесь кристалл есть. Так, ты кто? А, я вас не трогаю. Ой-ой-ой, вы что такие жесткие? Не надо. Короче, какие-то мобы меня развалят, люди. Ну, блин, у него сейчас так. Минус. Ой, 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 откуда ты? Дядя, не надо. Kit adapted for improved operation in current environment. А, как глючит. О, все, это мой кристалл. Где, как здесь? А, у меня только одно оружие, да? Где? Ты кто? Ты кто? Так, все, отлично. Собираем. Опа. Что, ты хотел закрысить меня? Ну, у тебя не получилось, извини, пожалуйста. О, человек! Вижу человека! Тихо, 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 где ты? Ну все, я забрал свой кристалл. О, еще кристалл, подожди. Так, по карте мне... Куда? Куда мне? Так, ладно. Посмотрим, что у нас там. 12 место. А я типа, я не понимаю прикола, типа, что 12 место. Что ты, кто? Что ты? Опа. Чего? Я что-то не понял. You are near Bright Cap Deposit Station. Так, нам надо что-то активировать. Так, и что? Что мы активировали? Воу. Ой! А так нечестно! Не-не-не-не-не, подожди, так нечестно. Перезарядка быстрая. Ой-ой-ой, ты кто? Не надо. Глючу, 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 нет! Какого хрена? Нет. Так, убил. Ты еще кто? Ой, нет, тихо, это как какой-то крипер. Тихо, бьем, 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 бьем. Так, ну и я что-то делаю. Вместе вот с этой вот непонятной. Так, ну я что-то с ней запустил. Точнее, я один. У вас нет чего, нет? Блин, я понять не могу. Блин, я не понимаю, что вообще происходит. Все, мне капец, да? Все, все, да? Emergency triage engaged. Все, меня убили? Меня убили? Серьезно? Что-то как-то... Ну, классно, что на 17 месте. Ничего не заработал. Вообще капец какой-то.
Что-то все очень плохо в этой игре, да и не только в этой, но что-то как-то капец. Просто капец. Вай, капец. Короче, дорогие друзья, последний режимчик. Последний режимчик, что я сегодня попробую, это команда, там, сквад, или как-то так это называется, не знаю точно, ну, в общем, вот, называется это так. Протестируем, посмотрим, что это такое. Потому что для меня игрушка реально, ну, как бы... неизведанная. Играю я в нее сколько? Час примерно, да? Вот со вчерашнего дня примерно. Не знаю, зачем я вам это сейчас говорю, бред несу. Вот. Ну, в общем, я держусь командой. Команда, я гляжу, прокачанная, в отличие от меня. То есть, типа... они всю работу делают. Но я постараюсь им как-то помочь, чтобы им тяжело не было. Ну, все, поехали. Я бегу за парнем. Как бегу за парнем? Просто бегу. Просто за кем-то бегу, в общем. Не знаю, вот моя команда бежит туда, я тоже бегу туда. Ну, так... Королёв, чё? Я как бы пытаюсь вступить в одну из фракций. Фракция называется Королёв. Вроде так она называется, если я не путаю. Вот. Хочу в неё, и я думаю, что это за мужичок говорит. Потом вверх глаза поднял, а там бизнес. Что Королёв. Вот. Ух ты, уровень 1. Контракт выполнен, неплохо. Неплохо. Так, дайте я подберу. Мне нужнее, чем вам. Так, ну чё, куда вы, ребят? Меня подождать не хотите, не? Вот, конечно, молодцы. Бегут такие себе, неплохо. Чего? Контракт выполнен, ура! Господи, какое у него замечательное произношение просто. Что, теперь нам сюда? Да, я бегу, парень, подожди. Убили, давай. Залетаем. Что это, подожди. Прошел сбой сети. Ой, ну классно, блин, мы с тобой... Пипец, конечно. Давайте еще раз. Подбираем игроков. Давайте даже я с вами как бы посижу. Вот, и вы посмотрите, как это все долго. Это очень долго, прям. Капец. Я, конечно, все понимаю, но пытаюсь поиграть в Play Squad, и у меня не получается. Уже который раз. То есть вы видели сами, что меня выкинуло. Может быть, не только меня, но что-то как-то такое себе. Я все понимаю, что это альфа, это альфа-тест, это альфа-бета, как хотите называйте, но, блин, меня выкинуло. Я не жалуюсь, нет. Ну, значит, пора на этом закончить ролик. Как бы вот я вам показал все, что как бы тут есть. Может быть, тут еще что-то есть. Показал свои просто тупейшие навыки, просто нубские навыки, я могу так сказать. Ну, игрушка мне понравилась. Довольно-таки интересная. И мне понравилось то, что здесь надо сразу несколько задач выполнять. Следить за противником. Ставить разные штуки, чтобы бурить минералы, забирать минералы. То есть, как бы, с друзьями я поиграл. Если бы они у меня были. Ладно, шуткую. В общем, да. Короче, дорогие друзья, мое любимое слово, короче. Меня не пускают в Play Squad, говорят, что типа ошибки, все дела. Подбор игроков заканчивается на 20, и потом просто тупо закрывается и выводит, ну, вот этот вот монитор, не знаю, экран. Ладно,
Это судьба, значит, надо заканчивать. Что могу сказать об игрушке? Мое окончательное мнение, мой окончательный итог. Мне игрушка понравилась, можно играть с друзьями, довольно-таки играбельная. Ну, немножко лагало, но это у меня то, что запущена программка для съемки, но это ладно. В общем, игрушка играбельная с друзьями, как я уже сказал, можно играть. То есть, типа, здесь даже есть, вот, можно команду, скорее всего, сколотить. Хотя я не знаю, можно здесь с друзьями играть или нет. Хотя да, вот, я вижу, здесь можно создать, типа, отряд. И вот, типа, щелкните, пригласите, да. Здесь можно создать отряд и играть, вот, в Play Squad. То есть, идеальная игрушка для этого. Ну, что это, дорогие друзья? На этом ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.